Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем родить руку под названием GeForge. То есть миссия Дармина. Короче, я узнал более-менее, из-за чего у меня все-таки лагало все вот эти моменты. Это из-за того, что когда браузер включен, еще какие-то херовины. Короче говоря, когда жесткое на игру влияет давление. Вопрос, как мне открыть то место? О, автоматический пылесос. Сабрлинг модель. Военизированный автоматический пылесос, уязвим для всех видов оружия, охранник, защищающий территорию от нежелаемых лазунчиков. Уничтожить этот прибор, защищенный энергетическим полем, можно только с помощью лазерных движений, ясно. А, то есть он просто засасывает меня. Ага. Ой, меня я тупой, а я в прошлой карте не использовал этот хер, чтобы найти все остальные вещи. Ну ладно. Обнаружен неактивный, обнаружен неактивный. Скорее всего, лазерная пушка неактивная. Ага, все, вижу. Так, короче, мне нужно как-то забайтить на дверь, да? Так, окей. Ну, пылесос я-то уничтожу. Это по-любому. Отлично. Не знаю, как я это провернул. Осталось убить только пылесос. Так, не, давайте, короче, сначала затем сбегаю. Интересно, а если я вот эту херню схвачу, это получается, он мне даст этот, как он называется, щит неуязвимости, если на то пошло. По идее так, да? Надо еще ту дверь как-то взорвать. А, для себя он неуязвимый.
Слышь, пылесос, иди сюда. Вот, для тебя как раз создал. Зараза. Окей. Блин, теперь мне у меня было 5000. Где все мои деньги? Дарвин, это главный генератор электричества для всей техники в этом комплексе. Ты можешь притянуть его к себе электрохлыстом и вытащить аккумулятор. Несите генератор с помощью электрохлыста. Бросьте или отпустите его в любой момент. Когда будет зеленым, мне нужно нажать. Так, а он мне нужен для того, чтобы... Ну давай, Дарвин, брось аккумулятор прямо в это гнездо. Прицельтесь в гнездо и бросьте в аккумулятор. Мне интересно, как пылесос убить. Ну, вообще убиваем. Ладно, не суть. О, новый пылесос, еще один. Что еще им взбредет в голову? Военизированный пылесос Оберлинг с дрелью. Возьму для большинства видов оружия это летучий противник объединенным модифицированной дрелью с стреляющими металлическими осколками. Кайф. Готово. Там у нас что прячут? Так, ну отсюда хотя бы можно будет выбраться. Интересно, возможно ли... Не, невозможно, чтобы не уничтожать всех врагов. Ну, типа, не убивай вообще никого. Не достигаемости Дарвина.
А, то есть я могу, в принципе, с какой-то степени просто уворачиваться, поэтому... Я понял. Добро, мы опустили лифт. Хорошо, чтобы у меня постоянно были снаряды. Ага, это арена. Мне вот этот ящик здоровый вообще не нравится. Кофеварка Саберлин. По-моему, я слегка влип. Военнозерная кофеварка Саберлин. Коэзима для большинства видов оружия. Это чудище формирует защитный экран, но часто перенаправляет энергию, обычно идущую на создание экрана, на электрошоковую атаку. Когда-то вы можете нанести удар, может также уничтожить этот лазерный манипулятор. Тогда враг будет прибегать к электрошоковым атакам чаще, чем обычно. Ага. Ладно. Если я выдержу такой темп, миссия будет выполнена. Ну, в нем ничего на самом деле такого сложного нету. Главное лазерную пушку уничтожить. Так, а что по дискам? А, то есть я там был, но я это... Пэклс, здесь пахнет жареным. С этого склада нет выхода. Есть идеи? А, да. Я вижу вентиляционную шахту, ведущую от одного из помещений. Отправь Мучу разведать, куда она ведет. Муч, дружище, первым делом, как известно, самолеты. Окей, тогда будем потихоньку по очереди все делать. Почему вот она меня атакует? Она же почти уже все остановилась. Ага, наушники будут. Стоп, а я что, один уже пролетел? Ясно. А, нет, это и есть первый. Так, вылетятся на втором.
Поехали, муч. Да, боже, атакуй! Я просто понимаю, что мне на всех уже не хватит патрон. Мне бы еще хилку взять где-то теперь. Ух ты ж, ё-моё, вот это вот плохо. Хотя... Какого черта он меня схватил? Так, вот это уже плохо, потому что мне теперь нужно хп. Так, теперь здесь. Так, там еще есть коробка. Вот эта вот коробка неплохая. Да, если мне отсюда выбраться не дадут, я потеряю два диска. Но эти диски один тут, один на этой зоне. Но это верхние этажи. Походу, все. И то, это верхние этажи. Так, готово. Это уменьшает сложность. Если бы точнее, полностью ее убирает. Контрольная точка. Так, отлично. ХПшка. Неплохо.
Так у меня все равно ни одного диска нету. А ну, увеличить на 2. Не. Ладно, это была плохая идея. Ну, зато я понимаю, что я могу туда без вот этого туда залезть. Без обратной. Мои... А нет, чипы там остались. Я же все, да, забрал. Так, последний еще жду лифт. Если там ничего, все, отправляемся. Так, здесь же ничего не было, да. До какого радиуса я могу собирать? Большого. Ну, пока что у нас просто поездочка. Ну что, повеселимся? О, да. Время кататься. Да я видел. Я сразу все увидел. О, мать ваша. Адьос. Мне эти пылесосы не видеть. True story. Да закинь ты эту херь. Я сейчас был просто ящики собирать. Так, походу все. Так, здесь диск. Диск где? Вот там. Это мне по вот этому нужно будет пролететь. Хотя я могу сразу отсюда туда полететь. Ой.
Надоел. И главное, что я деньги не получаю за то, что я его убил. Не, по факту, в принципе, я могу отсюда пролететь до любого из вот этих движущихся лифтов. Потом от него же перепрыгнуть туда. Не знаю, сейчас попробуем что-то из этого. Ну, поехали. Как раз и коробку уничтожил. Поехали в обратную сторону. А, не буду собирать сердечко, хотя... Давай, пылесос. Не? Странно, то, что пылесоса нету. О, нифига, там паркур какой-то жесткий. Прием, Спеклс, я прибыл на главный склад хранения. Камеры наблюдения показывают, что офис прямо впереди. И еще видно, что лифт не работает. Проверь, не сможешь ли ты его починить? Спасибо, что предупредил, Спеклс. Проникните в заводской офис и загрузите план сборочного цеха. Охладитель напитков, нихера себе. Холодрыга в комнате, парни. Дарвин, у меня эта жидкость отображается как крайне радиоактивная. Понял, постараюсь в нее не вляпаться, не волнуйся. Так, ионизированный охладитель напитков Саберлинку. Изим для большинства видов оружия, хотя большая часть его корпуса защищает энергетический щит. Это противник может победить, расстреляв его реактивный двигатель. Малой тяги. Это выведет энергетически из строя, я понял. Радиоосадки. Боеприпасы. Количество зарядов. Да, давай. Мы все равно это как оружие используем. И жесткое оружие против больших боссов. А, типа ему все равно, да, на эти осадки? А не, не все равно. Все
Все-таки не все равно. А че я туплю? Это ж... Нахера я сюда спрыгнул? Опа, стопэ. Военизированный освежитель воздуха с обратимым усилием для большинства видов оружия. При приближении приятеля эти летучие вредители защищают, испуская ядовитый газ. Ага. Мочь. Давай, забер. Ну ладно, я тут палатию поизучаю, что тут окрестностях вообще есть. Так, от сердечек этого я смысла не вижу. Поехали. Тихо. А что-то я об вот этом вот не подумал. Об радиоактивных точках. Хорошие ловушки. Так, пока что я пролечу, здесь посмотрю окрестности. Что тут есть? Ладно, ничего ценного. Не знаю, открываются ли эти двери или нет, но они мне пока что не всрались. Ага, я хвататься не могу. Лифт заряжен и готов к использованию. Это мне наверх надо как раз ехать. Да, я все-таки пропустил в нижней части. А мы едем, получается, на крышу с вами. Улучшение здоровья для муча. Порядок, Варос. Я у производственного компьютера. Планы завода скоро поступят к тебе. Слышу тебя прекрасно. Подожди еще буквально минуту. Если подумать, план таков. Сперва надо решить самую острую проблему. Остановить отгрузку оборудования, затем его производство. И проследить, чтобы сборка микрочипов не возобновилась. Звучит неплохо, Дарвин. Так, дверь. Военизированный огнетушитель собрали, но весьма для большинства видов оружия, это требует пожарной ему больше... Так. Тушить пожары ему больше не интересно, однако этому пироманьяку иногда можно предохранить и заставить распространять ледяные
вайнизированный клей. Возьмем для больших. Кому шашлычка? Да, огонек меня поджарил хорошо. Нечего сказать. Жар очкам. Прости, меня тут слегка отвлекли. Эй, Дарвин, я только что открыла дверь в диспетчерскую монорельса. Отличная работа, Хорас. О, то есть я еще смогу вернуться обратно. Новое задание. Хорас, кнопка, останавливающая монорельс, сломана. Поищешь другой способ? Постой. Да, есть. Тебе надо выйти к самому монорельсу. Сейчас открою тебе двери. Ты лучше всех. Я скоро буду, жди. Дарвин, на пути. Кто первый стрельнет? Я слышал, как что-то открылось. Здоровая карта, нечего сказать. Тут кое-что интересное. По планам в Восточном крыле исследовательской лаборатории. Они работали над каким-то... магнитным захватом. Это могло бы помочь, но мне надо, чтобы ты удерживала позицию. Харли, тебе придется достать это для меня. Серьезно? Я? Мое первое задание в бригаде! Хорас, скачай для него чертежи. А теперь вперед, Харли. Так, ладно, что я там получил? Стреломет 2000. Улучшать здоровье для муча. Ну, за сотку можно. Блин, не знаю, 2000 стоит. Ну, типа дробовика. Но нужен ли он мне? Так, ладно. Боеприпасы не такие уж дорогие, поэтому чипы могу собрать, могу себе позволить. Так, я направляюсь к линии сборки. Доложите мне обстановку. Отлично, попробуй взломать защиту. Юварес, кинь мне смс. Типа, отвали. Военизированный настольный вентилятор собрали на электролизированный. Электрофункциональный. Уязвим для большинства дистанционных атак. Чип собрали. Дистанционных, то есть вблизи его вообще атаковать не могу. Помещенный внутрь этого прибора вышел из строя, что привело к короткому замыканию. Избегайте прикосновения к нему, атакуйте с расстояния, чтобы избежать ударов током. Слушай, я могу помочь, Хварес.
О чем ты, Спекл? Если я смогу подключить ноут Сейбера к центральному процессору, у нас будет полный доступ к файлам Сейбера. Спеклс, это может быть рискованно. Тебе придется вернуться к ядру. Эта область кишит спятившей техникой. Я знаю. Пожелай мне удачи. Спеклс, стой! Спеклс! А, то есть возвращай сюда все равно. Он исчез, Дарвин. Да, врагов до хера и много было. Так, что мне хотят сказать? Чипы восстановились? Вот как я мог сюда быстро. Стоп, а это что, блять? Хотя показывает, что я там был. Хотя даже в душе не знаешь, что тут за место. Но меня радует то, что все чипы восстановились, которые я собирал. А по 25, я вам скажу, это очень хорошие чипы. А вон то походу что? Ту вентиляционная часть? Так, подожди. Ну туда мне никак не попасть, как я понимаю. Я без диска не пойду. Ясно, возьму тогда, где более есть возможность запрыгнуть. Так, херово прыгнул. О, подожди, то есть я отсюда могу, да, запрыгнуть? Да все равно, подожди, робот. Робот-байтер. Здесь, значит, еще есть куда-то проход. А что, на что это? Там показано, что я уже там был. Если она зеленая. Так, хорошо, значит, я туда запрыгнуть могу. Вопрос в другом, то что я туда, мне не хватит энергии.
А вот от вот этой, может, и хватит. Но туда тяжко будет запрыгнуть хотя бы. Давайте я попытаюсь сейчас что-то сделать и посмотрим. Забейте, оказывается, кнопка, которая здесь была, я там не мог зацепиться. Вот. И отсюда нужно было в прыжке ее активировать. Вот теперь я могу наверх залезть. Но один фиг, куда оно мне приведет, я не знаю. А-а-а. Понятно. Да уж, ладно. Ну, если я уеду, то я уже с концами уеду. Я сюда ж не попаду. Хотя я не помню, чтоб я тут был. Ну, поехали тогда. Форрес, я взломал первый монопоезд. Эта крошка больше никуда не поедет. Следуй ко второму пути. Я прокладываю твой обратный маршрут. А, то есть это еще не все. Ага. Ну давайте закончим уже эту миссию и... Я понял. А вот эта часть, все. Теперь тогда нормально. Так, а вон и тот диск наш. Так, первое, что можно заметить, там, потому что там нету прохода нигде. Туда только изнутри можно попасть. Так как здесь дохера липучек. Надо искать обходной путь. Окей. Так, вот и последний диск. Готово. Ugh!
О, он может так атаковать даже. Ну ладно. Ага. И чё, ты думаешь, я тебя не ебну током? Не, вниз я туда пойду. Сейчас я хочу до конца здесь следовать. На наличие денег. А, то есть это я должен успеть за это время. Ну все тогда. Отлично. Так, Хуарес, оба монорельса отключены. Ни один контейнер не покинет этот завод. Хуарес, ты получила доступ к производственному центру? Почти готова. Хорошо, скоро мне это понадобится. Бластер, что у тебя, Амиго? Кажись, я вышел на Сеймера, большого босса. Еще чуть-чуть, Дарвин, он близко. Отлично, оставайтесь на связи. Спеклс, ты уже у ядра? Почти на месте, Дарвин. И я думаю, что на этот раз вирус сработает. Дарвин, все готово. По моим данным, доступ в сборочный цех открыт, и я смогу вывести тебя прямо внутрь. Но лучше поспеши, возможно, система безопасности будет усилена. Я выдвигаюсь. Ну, зато все, мы завершили эту охлаву. Еще нет? Хорошо, Дарвин. Теперь, когда у тебя есть доступ на завод, ты должен проникнуть в машинный зал и обесточить линии сборки. Так точно. Когда я закончу? Ну... Ой, ну и ой! С этими мы уже встречались. Так. Здоровье. А, вот, восстановить здоровье. Ага. Ну, не знаю. Ну, не думаю, что пока что стоит. Я хочу электрошокер улучшить. Ладно, если я сейчас поеду... Хотя можем... Можем здесь закончить. Хотя, ладно. Закончим, как приедем. Сделал на всякий случай так. Если вдруг там будет что-то дальше, я резко выключу. А нет, все. Сохранить там. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.